I can't see a thing, Jim. Well, hold on. I swear, it's always some damn thing. Wait. Got it. Ah, hell. This thing ain't gonna hold. Shut up. Damn, you're ugly. You girl strapped in nice and tight now. Hatter, your mama. What you got for me out there, Joey Ray? We got Terran for sure. I don't know about the rest. We got a big old buttload of floating debris out here. We hit pay dirt this time for sure. Explain to me, how we gonna get all this home? I'm detached and moving toward the derelict spacecraft. Damn it, Jim. Video's out again. Well, quit picking at it. I ain't picking at it, damn it. I'm out here with a hitch of my giddy up here in the Добро пожаловать на Марсару, магистрат. Запрошенная вами демонстрация оборудования готова. Вы можете приступить к ней в любой момент. Для запуска нажмите кнопку «Начать». Вы можете отказаться от демонстрации, нажав кнопку «Пропустить». Адъютант включен. Добрый вечер, магистрат. Прослушайте сводку последних событий. Конфедерация стягивает войска в систему после уничтожения протосами колонии на Чаусаре. Власти усилили меры безопасности в прилежащих системах. И, скорее всего, ваша колония также будет изолирована. Пока вы ужинали, пришло зашифрованное сообщение от Конфедерации. Воспроизвожу. Здравствуйте, магистрат. На связи генерал Эдмунд Дюк, командующий корпусом Конфедерации Альфа. На вашей планете объявлен карантин.
и мы начнем оцепление в течение следующих 48 часов. Вам приказано эвакуировать основной состав колонистов в пустоши. Надеюсь, у вас не возникнет проблем с выполнением данных директив. Конец сообщения. С нами связался местный шериф Джеймс Рейнер. Он согласился встретить ваших людей и проводить их до места назначения в пустошах. Здорово, ребятки. Я Джим Рейнер, шериф этой дыры. Я всегда готов. Слушаю, командир. Вот так. Это звучит неплохо. Можно попробовать. Рейнер на связь. Это Джимми. Стим принял. Слушаю, командир. Командир, погнали. Зажигай. Я всегда готов. Жду приказаний. Недостаточно минералов. Да, точно. Рейнер на связи. В этом строении обучаются пехотные войска, например, морпехи. Слышу вас хорошо. Вас понял. Кто на новенького?
месторождение минералов выработано.